Привет, друзья! Посмотрите, я в коем-то веке сегодня двигаюсь за рулем обычной, нормальной человеческой машины. Видимо, поэтому МЧС предупреждает, что сегодня возможен дождь и град. Но вообще я хотела с вами поделиться кое-какими наблюдениями по поводу этого автомобиля. Вот смотрите, вообще, по идее, эта машина создана для комфортного, такого расслабленного передвижения в ней. То есть тут есть всякие опции, датчики, радио, тут даже поворотник включается в тот же момент, а не так, как на моих «Жигулях» с задержкой в 4 секунды. Ну, не суть. Я хочу сказать, что, по идее, здесь можно себя чувствовать комфортно и расслабленно, но у меня почему-то это вообще не получается. Я в каком-то напряжении постоянно. Мне кажется, что слишком легко едется, так не должно быть. И, наверное, я подсознательно ожидаю какого-то подвоха, что, мол, ну не может быть такого. А вы как считаете? No matter what we breathe, we still are made of green. This is my kingdom come.